Какой вкусный чайчик в моем новом домике. Смотрите, какую картину мне подарила Катеринза. Это я! Это я! Я пью чай и смотрю сам на себя. Не знаю, зачем она мне ЧСМ ее повышает. Наверное, не нужно было ей дарить вот эту картину мне. Я потом ее сожгу, поэтому без проблем. Новая серия! Новая серия дома Катеринзы. Кстати, в ближайшее время должны уже приехать грузчики и наконец-то отдать мне всю мою мебель, все мои вещи. И я наконец-то уже смогу все расставить в своем доме. Кстати, сегодня утром приехала еще одна новая газелька. Как видите, у меня уже появилась кухня. Это не может не радовать. Поэтому мы сейчас с вами посидим, попьем чайчик. Вот еще минута 5 попьем чайчик. Ты пока можешь на канал подписаться, мне на самом деле будет очень приятно. Вот. Ёп, ходи, карапуз, весь стол оплевал. Слышь, ты собака дикая, ты там долго будешь мне еще лаять, а? Да чё тебе, я ж тебя вроде кормил позавчера. Неужели ты опять жрать хочешь? Ну смотри, каждый день хоть. Когда перчик лает, это означает то, что опасность опять на подходе. Нет, только не говорите то, что опять вор вернулся. Какой вор? Кстати, спасибо, ребятки, то, что помогаете мне раскрывать преступление. Я даже не знал то, что в предыдущей серии вором была Мия. Я это даже не знал. Я даже не заметил то, что в чате написала то, что Мия сдохла. Я даже не понимаю, почему она захотела меня ограбить. Может, она мне завидует, потому что я ее слишком часто убиваю в снайперах, но ничего страшного, ничего страшного. Дружить я с ней не перестану, просто я ей не скажу то, что в следующей серии я ее в снайперах, ну, очень жестоко. Очень жестоко тарабаню. Не надо просто меня обворовывать. Я просто ничего не понимаю, кто что... Это кто? Это что там за... Я один это вижу? Это уже не Мия, это уже кто-то другой. У него балаклава и у него другая какая-то руба... Может ему заорать, чтобы он проваливал отсюда? Но если я просто так отпугну вора, то он... Он не вынесет из этого урок, то что не нужно нападать на Эдисона. А, кстати, здесь дверь открыта! Перчик, ты опять ходил как какую-нибудь на улицу, опять за собой дверь не закрыл! Собака должна уметь за собой дверь закрывать! Ладно, дождик пошел, это значит то, что Эдисону нужно раскидаться еще с одним вором. Вот-вот. Аж небо заплакало из-за того, то, что... Какие люди тупые на планете ходят? Захотели меня ограбить. Ладно, потопали в подвал. Забираем все нужные ресурсы. Ох, я подготовился до следующей серии. Точнее, до этой. Потому что я знал то, что, возможно, опять кто-то... А, да. Это секретный подарок Катюхи. Яйцо. Правое. От Крипера. Ну, бедный ему... Бедный Крипер, ему яйцо ампутировали, я не знаю, какой болезнью он болел, но это правое яйцо мне Катя подарила на Новый год. Не спрашивайте, откуда у нее правое яйцо Крипера, вот, я сам не знаю. Надо у нее тоже спросить, откуда у нее правое яйцо Крипера. Я предлагаю начать сразу с подвала, то есть в этой серии я заманю воришку в подвальчик. Кстати, у меня под лестницей еще много места. Это значит то, что воришка сюда может шандарахнуться, если я хорошо его сюда заманю. А я планирую его очень даже хорошо заманить. Крипером! Я сюда заспавню криперочка. Опа! Ой, ты... Главное, не взрывайся. А сейчас я пойду через главный выход и добуду нужные мне ресурсы. В первую очередь мне нужна листва. Почти стак этого хватит. Во вторую очередь мне нужно добыть немножечко травишки. Травишки и также деревца. Подождите, давайте добудем еще вот это деревцо, которое мы только что постригли на лысо, бедное дерево. Сейчас мы топаем домой и крафтим опять ту самую ловушку, которую меня научил крафтить батя в далеком-далеком 2001 годе. Это реально на самом деле очень даже давно было. Крафтим мы ее вот так. 6 ловушек у нас, точнее 3 ловушки у нас получается. Что это такое? Криперочек, главное не взрывайся, пожалуйста. Вот там и стой. Опа. Ловушка, которая проваливается под ногами, если кто-то не помнит. Кстати, вот сюда я поставлю заборчик на первое время. Когда вор зайдет вот сюда в коридор, он увидит... Ай, тихо! Он зайдет в этот коридор и увидит то, что здесь забор, поэтому сразу же пойдет... А, куда? В подвал. А в подвале его ждет правое яйцо Крипера. Не поздоровится ему. А чтобы он 100% зашел через задний вход... Я здесь опять все это застрою блоками, чтобы он убедился, что здесь входа нет. Уже 2 серии подряд.
вот так, чтобы он даже сюда не рыпался, а сразу же пошел на верхний этаж. А на верхнем этаже его много чего будет ожидать. Кстати... Ты дебил! Откуда здесь второй крипер? А вот это, походу, левое яичко крипера было. Вы братья-близнецы, что ли? Спотел мой лоб, спотели мои подмыхи. Спустя полтора часа я перестроил вот это все. Главное, чтобы больше никакой крипер у меня дома не заспавился. Что я хотел здесь сделать? Я хотел здесь прорыть вот такую вот... А нет, вот здесь ловушку не нужно прорывать. Вот только вот здесь, чтобы этот бандюганчик шандарахнулся вот сюда. Но здесь тоже не все так просто будет. Здесь его уже будет ожидать, ну, небольшое такое озерко лавы. Вот дальше он туда не сможет пройти, зато вот здесь. Зато вот здесь. Ну, вы понимаете, да? Ой, подожди, а как мне сейчас выбраться? Ну, ладно. Вот так. Я ж не хочу, чтобы крипер мне взорвал одно место, поэтому выберемся вот так. Сделал обрушающий пол и поставлю его вот сюда. Он шандарахнется вниз в лаву. Но что я еще хочу сделать? Я хочу обезопасить свою кухню, потому что, как вы видите, кухня у меня в этой серии стала очень даже хорошая, очень даже красивая. Поэтому я сюда попросту поставлю поршни. Кстати, да, я все же уже хотел орать то, что Катюха не приготовила мне бутеры. Приготовила ветчина, сыр, помидорки, листик салата. Посолить, поперчить, можно еще кетчунезом намазать. Кетчунез, горчица, заварить себе чайчучик. Мама мия, пампалалия, просто ужин мечты. Кто любит бутерброды, ставь лайкусик. Я их люблю. Будь как Эдисон. Люби бутерброды больше, чем жизнь. Сюда я поставлю рычажок. Опа, как только вор зайдет, ну вы сами видите, в принципе, что с ним произойдет. Мозг его станет вот таким. Сейчас тоже он такой, но он еще тоньше станет. Кстати, кто не заметил, у меня есть оружие в этой серии. Я сгонял в один оружейный магаз и... купил себе электрошокер, да! А сейчас топаем вот сюда, главное самому не попасться в ловушку. Здесь. Давайте сделаем здесь опять дорожку из песка душ, чтобы его опять задержать и немножко побить электрошокером. После этого... А здесь что еще можно сделать? Если все же он надумает обойти эту дорожку песка душ, то я ему сделаю здесь небольшой такой сюрпризик. Смотрите, что я сделаю. Я сюда поставлю. Опа, опа, листву. Давайте сгоняем в подвальчик быстренько. Добудем немножко железка. А во время того, как я добываю железо, я хочу тебе сказать то, что если ты не видел первую серию, где на меня напала моя подписчица, с которой я записываю снайперов и хотела ограбить мой дом, обязательно посмотри эту серию, а я тебе помогу. Прямо сейчас надо мной появится подсказка. Вот она. Нажимай, смотри, чтобы ты понимал, с чего все началось, а потом возвращайся смотреть вот эту серию. Я добыл, в принципе, нормально уже железо, поэтому можем отсюда топать. И пик-пик-пик. Две наковальни, которые очень сильно мне пригодятся в моих делах. Я прямо сейчас топаю вот в эту комнату и расставляю их вот здесь. Оп, подождите, опа и опа. Если он все же обойдет вот эту дорожку песка душ и пойдет вот по этому пути, то здесь ему на голову свалится два огромнейших куска железа. Может, он хотя бы немножко поумнеет, когда они его по голове шандарахнут. Я не знаю. Даже если он сможет вот это пройти все и выжить... Что бы ему здесь делать? Не так-то просто, он должен попасть сюда, в эту комнату, поэтому давайте вот эту комнату забаррикадируем. И, кстати, вот эту тоже, на всякий случай, если он надумает сюда зайти. Здесь у меня не знаю, что будет в будущем. Потом посмотрим. Я это все забаррикадировал. И, кстати, что я сделаю? Я сделаю то, что он пойдет через балкон. Через окно, кстати, да, вот через окно. Вот через вот это окно. Здорово, мисс Вселенная, познакомиться... телепортировалась в другое измерение, напугалась. Подружку свою захвати кривоносую. Мы, наверное, с ней хорошие друзья. Ладно. Перчик, здорово! Кстати.
Не нужно допустить, чтобы вор пробрался в мой дом. Если думает то, что я просто его очередная жертва, не, если он проберется сюда, на второй этаж, заберется в мою вот эту комнату, он сможет сесть за мой комп, добыть суперсекретные коды, и с помощью этих суперсекретных кодов он сможет открыть этот сундук. А в этом сундуке хранится самый секретный секретос во всем секретском секрете, на этом секретном секрете. Запомни вот это. И я, конечно, тебе не скажу, что там находится, потому что это секретный секрет. Я обустрою сейчас последнюю ловушку. Если что, я уже ее придумал. Бандюган упадет с этой крыши и просто сломает себе челюсть. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Я включу здесь вентиляторы, и эти вентиляторы сдуют его вот сюда. А здесь в очередной раз я прокопаю небольшую такую опа ямку, который будет лава. Всего лишь он немножко поджарится, да и все. Вот так, сюда, и все. Это вся лава, которая у меня есть. А, кстати, у меня есть шипы! Есть шипы! Если не лава, значит, обколет себе одно место. Все, потопали домой. Да, кстати, да, тут дверь закрыта. Я его вижу, я его видел. Он думает, что я тут просто гуляю по своему газону. Я тут цветочки собираю. Так, он сейчас пойдет в основной вход. Основной ход я уже закрыл. Так, сейчас самое главное не попасться на свои же ловушки. Основной вход я закрыл. Секунда. Жрать хочется! Перекуси! Не сникерсом, а какиным бутербродом. Опа! Опа, вот он. Идет. Сейчас обломается, потому что дверь там запечатана. И он ее 100% не сможет открыть. Вообще не сможет. Давай, миленький мой. Опа. Открыл? Ага. Ай, лоханулся, да, ты немножечко. Дверь-то у меня там запечатана. Подождите, я зелье не выпил. Все, сейчас нормально, выпил. Давай. Сзади, он знает то, что у меня сзади есть тайный проход. Он сейчас туда пойдет, а я его уже буду здесь ждать. Где? Опа! Кто-то... Не трогай мой подвал! В этом подвале второй суперсекретный секрет, про который я тебе не могу сказать пока что. Возможно, потом когда-то я уже напугался, что он меня увидит. Я же в невидимости. Давай в двери заходи. А я тебя там уже буду ждать. Опа, зашел. А сюда он не сможет. Он сейчас подумает, что здесь преграда, поэтому он сейчас пойдет в подвал. А преграда-то его током шандарахнет, если он подойдет. Поэтому давай... Ты что, хочешь попробовать? Ага. Опа! Я его убил? Он жив! Слушай, ты терминатор недоделанный, как он выжил? Ладно, ничего, я его сейчас буду здесь ждать. Давай, пробирайся, миленький. Я пока перекушу бутербродик опять. Давай, перепрыгивай. Я тебя буду ждать. А, у него золотые яблоки. Вот она что значит. Ёшкина. Ага, потихонечку сейчас зайдет на кухню, да? Нет, тогда я быстренько зайду. Опа, он меня не увидел. Так, достаем электрошокер. Сейчас он зайдет на кухню, я его немножко приплющу. Оп. А, я уже наготове. Как он прошел? Он сам, наверное, не понял, как он прошел. Но ничего, зато у меня электрошокер есть. Бандюган проклятый. Че, еще немножко ходит. Еще. Да ты не убегай. Сейчас. Опа. Я его лицо видел через маску. Я сказал, сейчас он пойдет на второй этаж и упадет. Лаха поняла. Он больше сюда не вернется в мой дом. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Фу, рипнулся, чувак, просто рипнулся. Ничего, ладно, ничего страшного. Сейчас дайте я уберу это с руки. Ничего страшного. Давай дальше. У него здесь, походу, точка спавна есть. Ничего, я его затроллю в этой серии. Здесь ты не можешь пройти, здесь не можешь. Сюда, давай топай сюда. Опа! Электрошокер! Зря я его напугал, нужно было, чтобы он туда пошел. Не, здесь у меня ничего нет, здесь у меня Мия в прошлой серии телевизор вынесла. Я еще разберусь с тобой, Мия, если смотришь эту серию. Если он пойдет вот здесь, то я ему на голову сброшу наковальню. Где он?
Мне кажется, я ему надоем с помощью этого электрошокера. Так, давай, миленький мой. Я буду стоять вот здесь и тебя буду ждать в углу. Ну где он, а? Топает. Опа! Вырубил чипзилета! Вырубил! О, ну все! Все! Он-то больше здесь не. А, труп-то нужно вынести! На ковальню верни! На ковальню верни! Выброси на ковальню! На ковальню! Мне отдай, не твоя наковальня! Нет! Он даже без сознания башкой шевелит, мол, нет, не дам. Конечно, жлоб, наверное. Так, перчик, тащи мешки для трупов. У нас здесь труп 60-килограммовый. Сейчас мы его выносить будем. Ты мне поможешь, псина. Так, разобрались с очередным вором. Где мешки? Подождите, у меня одна мин... Ядрить колотить, ты чё-то такой живучий, а? Ничего, ладно, ничего. Сейчас мы с тобой разберемся. Давай сюда. Сейчас мы тебя так затронем, то, что ты больше никогда сюда не вернешься. Опа, здесь забаррикадировано, да? Поэтому давайте мы ему намекнем, то, что нужно идти через окно. Через окно! Там ловушки! Давай сюда, через балкончик, давай! Давай! Опа, какой он тупенький. Прямо сейчас он здесь будет проходить. Я включаю вентиляторы. Сваливай отсюда! Все! Надеюсь, Быстро! Дайте я проломаю вот это! Быстро на первый этаж! Быстро! Пока он опять сюда не зашел, быстренько мы сюда пойдем! Тихо! Все, чубзилетина, больше ты здесь не пройдешь. А если пройдешь, то я тебя вновь затроллю. А, открыл двери, а прохода-то нет, да? И кирки у тебя тоже нет. Ну, что я могу сказать? Ну, шпиндос! Такой ты у мамки сынишка. Ой, мне кажется, можно идти продолжить пить чай. А если кто-то опять зайдет в мой дом, получит электрошокером по яйцам. Извиняюсь за такие подробности, но я действительно ему уже... У него детей не будет, скорее всего. Кстати, Аслама его не трогать. Не трогать. Я сяду вот здесь и продолжу пить чайчочек. Ой, второй вор, которого мы отшили в новом доме. Я не знаю, в каком районе Катюха мне подарила этот дом, но, как видите, воров, бандитов здесь очень много. И почему-то мне кажется, что мне действительно каждый день нужно будет отбиваться от этих воров. Ой, я не знаю. Короче, я сейчас пойду спать. Все двери застроены, перчик всегда охраняет меня. Охранял бы, если бы был сторожевой собакой. На самом деле он просто жрет, спит и ходит в туалет каждый день. Ничего больше он не делает. А ты можешь меня поохранять прямо сейчас, если подпишешься на канал. Вот если ты подпишешься, значит плюс один подписчик в нашу семью перцев. То есть плюс один охранник моего дома. И больше никакой вор не сможет в него забраться. Ждем следующей серии, если ты, конечно, хочешь, если да, напиши в комментах. Я продолжу пить чай-чочек, угощу любого, кто захочет. Скажу тебе спасибо, всем удачи и до свидания.